Клара Цеткин и Роза Люксембург – единственные немецкие женщины, придумавшие русский праздник. Роза! Да, Клара? Знаешь, о чем я сейчас думаю? Конечно, знаю, Клара. Нет, я не о пицце. Не о пицце? Нет. Ты думаешь, не о пицце? Я заинтригована. О чем ты думаешь, Клара? Я вот думаю, что бы такое нам придумать, чтобы наши имена всем мужчинам врезались в память. Кларочка, дорогая моя, чтобы всем мужчинам наши имена врезались в память, нас должны звать Снежана и Анжелика. Да нет, Роза, я не об этом. Понимаешь, давай придумаем праздник, чтобы женщины ничего не делали, а мужики им цветы несли. Похороны? Клара. Ну? Да ну нет, Роза. Понимаешь, праздник, чтобы отдохнуть. Вот утром встала, и тебе даже еду готовить не надо. Наоборот, еду тебе приносят. Я в тюрьму больше не сяду, Клара. Господи, да просто праздник для женщин. Праздник для женщин? Да. Интересно. И что мы будем делать в этот праздник? Ничего. Ничего? Слушай, так прямо заманчиво, заманчиво. Мне так иногда хочется, так минутку-другую ничего не поделать. Минутку? Час! Час! Клара, ты сумасшедшая! Ты бунтарка, Клара! Крейзи! Час! Ничего не... Да, международный женский час! Ну вот так, допустим, в два легла, в четыре встала. И вот этот час с четырех до пяти можно ничего не делать. Боже мой, где мой час? Ничего не... А что можно не делать? Да что хочешь. Все, что хочу? Ну, если то, что хочу, тогда придется мужа будить. Часа не хватит, его пока добудешься. Ну да, твоего пока добудешься. Забыли! Забыли, забыли, забыли! К черту час! Два часа! Два часа? Да. Два часа! Ты сумасшедшая, Клара! Ты обгоняешь свое время! Ты бомбическая, Клара! Интересно, а как к этому мужчины отнесутся? Сейчас узнаем. Позовем соседа нашего. А, господин Маркс! Карл! Карл, идите сюда! Карл, вам не надоело дудеть на вашей дудке? Это не дудка, это кларнет. Он помогает мне думать о капитале. О, боже мой, вы придумываете фундаментальный труд о товарно-денежных отношениях? Что за чушь? Я думаю, как бы мне жениться на старой, но богатой немке. Мы такое придумали. Ну. Вот как вы отнесетесь к тому, что мы с Кларой два часа ничего не будем делать? Замечательно. Обычно вы 12 часов ничего не делаете. А тут всего лишь два. Великолепно! Хам! Вот это Адамово племя! Ох, мужики, ну сейчас я им задам. Значит так, Роза. Ничего не делать мы будем не два часа. Три? Нет. Четыре? День! Ну... Международный женский день! Да! Я только что была в коме, мне там сказали правильно, Клара, правильно! Что, вот отлично, что? Ничего не делать, будет этакий ежегодный женский шаббат. И ничего не будем делать, а мужики нам будут еще и подарки дарить. Да не, ну они не станут. Они не поведутся. Они законят, Клара. Точно, ну, давай узнаем. Карл! Карл, идите сюда, Карл, быстро! Да, Карлуша, хватит дудеть на вашей дудке! Сюда. Что такое? Что такое? Что? Говорите! Да подождите вы со своими идеями! Я вот придумал такую штуку. Если все получится, как я задумал, то не будет ни богатых, ни бедных. Карл, вы с ума сошли? Вы изобрели водородную бомбу? Хрень какая-то. Это что это у вас такое? Это кораллы. Кораллы? Кораллы? Карамба, это коралл. Не отвлекайтесь, Клара. Не отвлекайтесь. Ну, Клара! Ну, не отвлекайтесь. Ну, что там дальше? Черт, ну, что? Тутка. Когда мы будем вот это вот праздновать-то? Когда? Вот это вот, когда? Что мы придумываем? Когда? Когда? Какое сегодня число? 18 февраля. 8 марта. Логично. Логично. Записывай, пока меня прет. Я запомню. Значит так, мужики будут подарки дарить за то, что мы ничего не делаем. А если мужик подарок не подарил, на него можно будет обидеться вот так. Он тебе по плечу будет.
А ты раз так можешь и плечом руку скинуть. Он тебя спрашивает, что случилось, а ты ему? Ничего. Попробуй. Что случилось-то? Ничего. Ты прямо бесишь меня сейчас. А нельзя. Женский праздник. Какая ты коварная дьяволица, Клара. Ты просто дьяволица. Так ты бесишься. Представляешь, как мужикам, а? Борода, быстро сюда. Дамы, вы не видели мой кларнет? Да нет тут вашей дудки. Кларн, боже, Карн, Кларн, он где же был где-то здесь. Где же мой кларнет? Клара, это же вы украли Карла. Да ну его, задолбался этой дудкой. Клара. Да что еще? Где ваши кораллы? Вот революционная падла! Так вот, Карл у Клары украл кораллы. А Клара у Карла украла кларнет. Подождите, а как же Роза? А Роза хутор. И вот кто сколько там украл, мы никогда не знаем. А где мой кларнет?